что дальше? Бляха! Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем проходить Wolfenstein. Я зашел в игру, нажимаю продолжить, а мне вот что пишет. Этот файл сохранения создан более старой версией игры, его загрузка приведет к сбросу прогресса в начале уровня. То есть, видимо, что-то опять обновилось, это раз. Второе, смотрите, появился какой-то... В аппарате ИСТО доступны испытания и хроники свободы, вон внизу написано... Ладно, испытания и хроники свободы, я думаю, мы уже будем смотреть потом, когда пройдем основную сюжетку. Давайте посмотрим, как сильно откатит назад. Я напоминаю, прошлая серия закончилась на том, что нашу голову посадили в аквариум и предоставили выбор. Ноги, руки или корсет. Почему-то многие, кстати, оказались против корсета. Гляди! Гляди! Он очнулся! Ты чё такая громкая стала? Вот же, блин, видимо, что-то и со звуком наконец-то обновилось. Возможно, мы теперь будем слушать музыку, у меня стоит стереосистема. Они очень-очень громкие стали. Дайте я сделаю хотя бы вот так, наверное. Итак, вот он, собственно говоря, этот самый выбор. Я не понимаю, реально, чем вам не угодил Бласко из корсете? Ну ладно, корсета нет, значит нет. И вообще, как написали в комментах, мы сможем со временем получить абсолютно все эти запчасти. Но так как у нас прохождение с вами игры в основном ломовое, то выберем сейчас плечи, силовые скобы, будем бегать сквозь стены, чисто в теории. Даже если не будем, то все равно, я думаю, мы с вами найдем им применение достойное. Металлическая броня, защищающая суставы верхних частей вашего тела, плечи и локти, силовые скобы позволяют таранить объекты, выбивать двери, ломать ящики, сокрушать врагов, силовые скобы активны во время быстрого бега. Вот так, будем убивать врагов шифтом. Ну, практически. Короче, поехали. Ну что, Ингеле, приступаем. Я дам тебе наркоз. До скорого. Ага. Женщина, ты с банкой целуешься, ты в курсе, нет? Ладно. Надеюсь, звука не подправили реально, и мы услышим музыку. А чё, уже? Быстро. Да-да, мы с тобой теперь почти брат-сестра. Кошка-обезьяна. Кошка-зьяна. Или обикошка. Это правда? Или я в раю? Сет! Сет! А, я не сплю, я не спал. Новый год. Как самочувствие, Бласковец? Можешь двигаться? Ну, да, можешь. Покажи нам. Покажи. Я чувствую силу. Ты помнишь свое имя? Скажи, ты ведь помнишь, чем занимался последние 2 года? Кроме убийства нацистов. Если ты еще раз умрешь, Уильям, я сама тебя убью. Пойдем, я дам тебе одежду. А потом отправь его ко мне. Ну, ты видела Кацеля? Аздугизейн? Аздугизейн? Шимшин? Аздугизейн? Аздугизейн? Шимшин? Мистер Бласк, как я выгляжу? Как новенький, Ингели, как новенький. Глянь на себя. Я рад, что ты с нами. Вот это... Тоже, что у Шашаны. Так, нет, не трогай. Оно соединяет твою голову с телом. Очень-очень важно не теребить это. Иногда может пощипывать, покалывать. Не обращай внимания, не волнуйся, это нормально. Если что, сразу говори мне. Например, если твоя голова начнет отторгать тело. Прекрасно. Мэтьюс! Мэтьюс! Это взаимно, Макс. Макс ли? А голова у меня по часовой стрелке прикручивается или как? Я так. Просто боюсь, если я резко влево головой мотну, она не открутится. Надень ее. Вроде нормально. Смотрим, все. Давай. Да. Силовые скобы защищают суставы, мы это все читали. У тебя теперь очень-очень мощное тело. Насколько сильное? Ну, силовые скобы скрепляют его вверху, так чтобы конечности не оторвались даже при огромной прекрасно. Силуке. Что это дает? Ну, к примеру, ты можешь пробить вот эту стену. Вот эту? Она нам точно не нужна. Потому что, а вдруг там еще пачка нацистов сидит? Так, дайте-ка я все это соберу. Хорошо, уберите мне эту подсказку. Ну ладно, я понял тебя, я иду. Как можно быстрее.
Давай, поверь в свою силу. Чё, дальше пробивать? Базара нет. Уберите, пожалуйста, эту подсказку. Реально, почему она не убирается? Я понял, я посчитал, я все. Эй. Ни хрена она не убирается вообще. Упс. Недоступна. Ага. Заверши тренировку на полигоне. Мне теперь горит миссия. Ну, да, надо так надо. И раз. Мужики. Хэть. Нормально. Хэть. Хорошо. Именно так я воевать и буду. Так, этот вызывает подкрепление. Тьфу ты. Вышел в бой с неперезаряженной пушкой. Ну ты падай, ёп... Ты ж ты пип... Да слышь ты! Петух! Готово. Да ёпта, так это... Ноги ты не мог мне сразу усилить, чтобы я разгон побыстрее набирал, ну? Ладно, 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 все, успокойся. Надо бы улучшить свое оружие. Главное теперь, ребята, только одно. Главное теперь, когда нажрусь, не забыть, что я с такой хренью. Потому что я начну ходить сквозь дома, натурально. Ты серьезно? То есть вот эту вот ДСП-ху я пробить не могу, фанеру вот эту вот, да? Спасибо. Возьми назад свои крылья. Они мне больше не нужны. Не, нафиг. Тиром я сейчас заниматься точно не буду. Пойдем. Пойдем отсюда. Пан Ласковец. Да-да. Ты знаешь, это настоящее чудо, что ты стоишь передо мной. Просто поразительно. Такого количества охраны, как во время твоей публичной казни, в истории телевидения еще не было. Тебя охранял весь цвет нацистской военной машины. Но ты стоишь сейчас передо мной. Знаешь почему? Ты стоишь здесь только благодаря Ане. Она не отступилась. Нет, эта девочка не отступилась ни на шаг. Когда план спасения Грейс провалился, Аня вспомнила про то, что я сделал с Шошаной. И спросила, сработает ли такое с тобой. Именно она рассказала мне про тело суперсолдата, выращенное в пробирке. Она даже собрала все оружие, которое ты потерял на развалинах фермы. Ее ничто не остановит. Ничто. Береги ее. Угу. Кажется, только КТ напрягает то, что я сидел у него на голове. Ему было так, в принципе, пофигу. Так, здесь у меня максимум, кто там чего страдает? Поди-ка сюда! Бласковец! Ага! Дружище! Да-да! Какое счастье! Ага! С возвращением в мир живых! Спасибо, я пошел! О, с возвращением и все такое, Бласка! Или может вам помочь? Я бы ущипнул тебя за щеку и потрепал по башке, но... Себя ущипни, окей? Если мы уроним эту штуку, она рванет и потопит всю лодку нахер! А можешь подойти сюда и помочь? Да я как бы здесь и так стою, но у меня... О, боже! Ничего я никак... Отойди, Макс! Это опасная штука. Бляха. Она делает бабах. Ох, ребята, молитесь, кобзец нам. Он всех угробит. Нет, нет, нет. Макс Хас. Ходор. Поносная херь. Что это сейчас было? Не, ну Макс так-то молодец. Макс. Великолепно. Господи, вот его понесло. Он сначала футболку разукрашивал, а теперь... Что это? А нам еще нужно подключить эту штуку по пути в Новый Орлеан. Макс, что это за зигота? Я правда рад видеть, что ты жив-здоров, капитан. Лавкрафта начитался, наверное. Так, ладушки, я пошел, мне вообще куда? А? Так, вопрос на миллион. Ну-ка, открой. Я не хочу... А, нет, я хочу оружие. У меня же целых 3 комплекта улучшения, а я их даже еще не трачу. Шокхаммера. Шокхаммер, наш дробовичок. Ротор, быстро заряжающий 3 ствола, позволяя стрелять патронами одновременно, наносить врагу максимальный урон. Рикошет для дробовика, прикольно так-то. Блин, это еще и отдельно улучшение эти активировать на C и Z. Ай-яй-яй. Рикошет. Давайте я точно возьму рикошет, потому что да. Потому что он будет хорош, я думаю. Так,
А снайперка нет. Увеличенный урон и мощная отдача громко стреляет. Магнум и глушитель. Это два взаимоисключающих будет или нет? То есть нет, у меня есть как бы... А, ну я же могу это отдельно включать как улучшение, опять же как цех, хорошо. Штурмгевир покажи. Снайперский прицел, опять же для включения, пулемет, гвоздемет, барабанный магазин, встроенный глушак. Сделаем, может быть. Потому что у меня с глушаком-то, по сути, пистолет. И как бы все. Ладно, комплектов у меня ноль. Если чего, потом еще что-нибудь найдем, да посмотрим. Так, задание. Поговорить с Грейс. Хорошо, я с удовольствием поговорю с Грейс, но только скажите мне... Ага, вот она где-то там. Где-то она... Прямо где-то. Это не надо. Почему сет-лаборатория-то закрыта? Всегда же открыто было, а тут закрыто. Закрыто. Че? Ага. Ты спишь? А, да, я хочу немного отдохнуть перед Новым Орлеаном. Путь у нас долгий. 5 минут хватит. Обними меня, ладно, Уильям? Он был там, Аня. Я видел его и больше не боюсь. О, Уильям, а что с мамой? Что случилось в гараже? В гараже? Когда вы спасали меня в первый раз. Люди Хэлла Энгель напали на вас в гараже. Я слышал выстрелы. А, это ерунда. Мы припасли пару фокусов. Как и сказал суперчудила. Эй. Да она спит уже, ну. Ты не ответила на мой вопрос. На какой? Нихера у тебя память короткая. Это правда? Или я в раю? Ну тогда получается, она уже на два вопроса не ответила. Да ладно, она уже спит, Бласка, ну пойдем. Дальше квесты делать. Я не хочу идти, Грейс, я не хочу идти, Игорь. Славный чувак. Ага. Ты молодчина, бласковец. Это все, что ты мне хочешь сказать, да? Хоть бы хны. Да! Мне как бы голову вчера отрубили буквально. Хоть бы хны, у меня швы по всему телу, ты слепа. У нас была небольшая. Иди ты нахуй. Так, со своей небольшой библиотекой. Карточка опять звезды. Ага, спасибо, очень интересно. Здравствуй, Пик. Надо узнать, есть ли у Грейс задание. Макс обожает карандаши. Ебаха. Комната Макса. Открытая открытка для Макса с днем рождения. С днем рождения, Макс Клаус. Стой, погоди, у закрыть. Сейчас Макс прибежит на этот звук. Прибежит и съест меня. Нет? А, ну ладно. Так, Грейс у нас была где-то... Помни, это не враки? Мы взяли курс на Новый Орлеан? Угу. А что мы будем делать в Новом Орлеане? Что-нибудь. Я слушала Грейс, но она говорит слишком быстро. В Новом Орлеане есть бойцы сопротивления? Типа того. Ясно. Может, они бороться? Чем меня шатает? Было бы здорово, да? А то. Конь. У нас какая-то немногословная. Знаю. Замечательно поговорили. Хельм справа. Эй, Витл, капитан, мне нужна помощь. Мне тоже, видимо. Китос, капитан Бласковец, стой на платформе. Куда ты меня повезла, женщина? Верни назад! Бляха, я тут миссию как бы это, я тут мир спасаю! Люди! Сука, это похищение, ты знаешь об этом?
Судя по ее лицу, она знает об этом. Чего тебя заглючило-то так, женщина? Грейс попросила навести порядок на складе у шахты. После атаки... Ща как нажму шифтеру. Эх, не проканала. Но все видом проходы завалены мусором. Я даже войти туда не могу. Пойдем, расчистишь для меня проходы. Не хочу подвести Грейс. Вот мне еще проходы твои расчищать сегодня в этом темном помещении не хватало. Я знаю, что силовые скобы придают тебе больше сису. Так что, надеюсь, ты придумаешь, как пробиться через завалы. Ой, блядь, тащи свою сиселу куда-нибудь подальше отсюда. Чего? Все, что не дает открыть дверь. А, ага. Эть! И раз. Замечательно. То есть это, по-твоему, завалы? Я взял и вышиб законно установленную дверь. Бляха. Да ёптыш. Ясно. Эх, не получилось. Эх, вот так намного лучше. Ладно, особо большой разгон тут брать не надо каждый раз, чтобы убрать препятствия, мешающие попасть. Да. Эй, хана, капитан Бласковец. Теперь мне осталось придумать, как навести тут порядок. Спасибо. Спасибо тебе за помощь, капитан. Интересно, Грейс разрешит мне организовать тут сауну? Все? Что, капитан? Ничто. Достижение — дополнительная пульса. Да-да-да, именно так. Поехали, поехали назад. Нормально тогда, шел-шел я по базе, никого не трогал. Тут раз такая бабеха тебя за шкирку говорит: поехали со мной в темный подвал, будешь мне трубы причищать. Вот они, будни суперсолдата. Я до Грейса дойду сегодня, нет? Доеду. Воу, чуть голову не прищемило. Сейчас бы опять пришлось доктора звать, чтобы он ее на место прикручивал. Как делишки, брат? Нормально. Я не хочу идти в эту дверь. Господи, она там сейчас на меня еще и за супер чудилу орать начнет. Отвечаю, начнет ведь. Привет. Рад тебя видеть, Грейс. Черт. Не дай ей трогать свою шею. Бласковец, ты просто охеренно крепкий орешек. Ты в курсе? Что это? Шмотки чудила из Розуэлла. Он выгреб все из центра управления и сбросил сюда. Так и не разобрал. Он был хороший. Он при мне погиб. Я не мог помочь. Что он сказал? Когда? Перед самой смертью. Хочу знать. Сказал. Это были пришельцы из космоса. Твою ж мать! Эй, Сет. О, Ингели, как все функционирует? Привет, Грейс! Из ваших? Что это? Где? Где ты это взял? Суперчудило хранил в Розуэлле. Нашел на месте крушения в 47-м. Похоже, да. Не может быть. Он. О, Готтеной! Сет. Готтеной, мне... Прости. 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 Грейс! Это наступление! Пусть врубит двигатель на всю катушку. Полный, мать его, вперед, сестра! Да, мэм. Я им скажу. Кто сделал? На гетто Нового Орлеана. Ее командиром. Проходи, Бласковец, присаживайся. В этом гетто возникла одна из последних повстанческих групп в Америке. Ее возглавляет Хортон. После войны нацисты обнесли город стенами. И затем сгребли со всей страны ненужных им людей и загнали туда. С той поры Хортона и его товарищи застряли там и продолжают вести борьбу в поистине кошмарных условиях. Но из-за последних событий нацисты усиливают давление. Эскадроны смерти атакуют города, убивая всех подряд. Твою мать, они хотят зачистить все гетто, чтобы никто не выжил.
Надо что-то сделать. Верно. Ну что, твое новое тело готово мочить нацистов? Как никогда раньше. Меня не остановишь, я как... Черт! Гребаный товарняк. Ты и есть гребаный товарняк. Ладно, до Нового Орлеана. Нужно будет сделать одну короткую остановку в Манхэттене. Ознакомься с боевой задачей. Активируй вон там военную карту и открой справку о районе Манхэттен. Ясно. А да, Бласковец, вся эта заварушка сыграла нам на руку. Да? И как же? Твою казнь показали по всем каналам. Да, они удивятся вообще, а просто жесть. Думают, что ты мертв. Когда опять меня увидят. А половина от инфаркта умрет. Эй, музыку верни! Верни музыку! Мне просто показалось, что теперь оно все будет работать так, как надо. На военную карту. Я без тебя знаю, что делать. Заткни ты уже свою ту самую. Прикольно так-то. Женщина, а как ты здесь подтягиваешься? Эта хрень же ногам мешает. И в эту сторону подтягиваться тоже не особо-то удобно будет. Ну, видимо, вертятся как могут. Здравствуй, личинка человека. Личинки человека вообще на все насрать. Так, открытка от Юны Кэролайн. Я проснулся из-за шума в катакомбах. Ты знаешь, ты разговариваешь во сне. Я слов не разобрала, но звучат они забавно. Я положила эту открытку в твой чемодан. Надеюсь, ты найдешь ее не сразу. Спасибо тебе за все. Что бы ни случилось, они нас не остановят. Юна, на открытке нет почтовых марок. Так. Я посмотрел! Видимо, недостаточно. А ты серьезно? Она даже не нажимается, ни хрена не это. Эй, вот, с этой стороны, ясно. Молот Евы. И чё? Ага. Вот оно как, ну поехали. А выбрать цели район противоатомного бункера, да. Вот это номер. Вот теперь, по-моему, музыка начала наконец-то играть нормально. Или мне только кажется, потому что меня реально раньше дичайше бомбило с того, что она так хреново играет. Ладно, новые статьи обучения. Тихо, не бубни. Основные — добыть досье по Новому Орлеану, пробраться в противоатомное, и нужно попасть в противоатомное убежище до того, как я получу слишком большую зону. Вот. Наклон, обычная энергоброня. Свободно двигаться, когда ваши силы и силовые скобы. Металлическая броня, защищающая, это да, хорошо. Блин, а нифига себе, сколько здесь всего-то. Это все надо было бы по-хорошему прочитать, попереучить. Коды Энигмы. Когда получите доступ к машине Энигмы. Но у меня пока, по-моему, нету доступа к машине Энигмы, поэтому... Нажмите P, чтобы увидеть подсказку. Внизу высокий уровень радиации. Так, а высокий уровень радиации, погоди. Бляха, отметка мне опять мозги делает. Ладно, побежали. Меня реально очень сильно бомбило с того, как играла раньше музыка. Ладно бы я на пиратке херачил, но это же Steam-версия, мать ее! Здравствуйте! Ты выжил, что ли? Слышь? Погоди! Да, иди отсюда. Бласковец, да-да. Проникни в бомбоубежище, пока ага. Тебя, ну... Понимаешь, не убила радиация. Я понял. Ух, ни хрена себе, это что было? Так, это мое, это мое. Готов, голубчик. Если я постоянно буду носиться на шифте, я же вообще что-либо замечать перестану. Опс. Опа, 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 собаки, собаки, собаки. А чё он упал? А?
Я его вообще-то не трогал! Я ему ничего сделать не успел, я же говорил, что они начнут от инфаркта дохнуть! И вот, пожалуйста, офицер уже ласты склеил! Лошары слабонервные, здорово! Бляха, собака! Собака, ну не надо! Погоди, я увлекся. Куда, сюда? Ага, вот куда. А если бы я был с кадулями, что бы я тут делал? Ногой бы расковыривал стенку? Нацисты хранят украденное досье на своем командном пункте. Тебе нужно как-то туда попасть. Я туда уже как-то попал, что это? А, помыться. Помыться это надо. Я весь в кровище. Эй! Эй! Меня вроде и мыли, а вроде и не мыли. Ну ладно. На крайняк, если это тело будет совсем грязным, можно попросить доктора пришить новое. 61! Задание, карту мне опять дали. Броньку дай. Ага, чудненько. Найти командный пункт. Сейчас найдем. 84 метра. Судя по всему, мне сейчас понадобится вот такая вот бабаха. Так, это мне. Еще и гранатами щедро накормили. Значит, точно понадобится. Так, так... Так, так. Прекрасно. Там максимум. Хэть! М. Выпусти меня. Вот, спасибо. Я хрен его знает, что это было. Бласковец, ну вылезет его здесь, а? Нет, он не хочет здесь вылезать. Алярм! Бляха! Так, это моё. Вон там ходит-то этот. Тревога дел. Ага, готов. Ну, следующий. Господи, у меня такое ощущение, что Бласковец говорит мне прямо в мозг. Вот реально, но музыку все равно сейчас я особо-то не громко слышу, но всяко, по-моему, лучше, чем было раньше. Слэш! Это вентиляция такая? Или что это за шлюз? Вообще, зачем он нужен? Хрен его знает. Ахтунг! Афсанг! Афсанг, вылезай! Недоступно. Кто-нибудь знает, как выпустить Афсанга? Хрен с ним, ладно, пускай сидит. Бляха, я всех... А, нет. Вот, появились новые. Я только хотел пожаловаться, что я всех убил, и никто не хочет со мной играть. Как вот, сразу они и нарисовались. Я вижу, там робот стоит. 20 метров до алярма. Открыть взрывостойкие двери в ручном режиме. Хорошо, сейчас. Я сначала открою череп вот этому ублюдку, а потом уже возьму за двери. Бляха! Ой, я что-то перепугался. А где алярма-то? Внизу что ли стоит? Точно. Гутен так. А, вон ты где. Ага, хорошо. Замечательно. Мне нравится эта пушка.
Сжигать фашиков живьем, да что может быть чудеснее? Готов. Эх. Тихо там. Как тебе это? Так, 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 так. Я хочу эту броню. Ага, хорошо. Ладно. Та пушка, она, конечно же, хороша, но она меня все же замедляет. Что я сделал? Видимо, что-то полезное. Так, эскиз опять. Ну давай, давай посмотрим эскиз. О, господи, Бласко весну. Хорошо, хоть труханы не забыл одеть. Тьфу ты, мне туда теперь, а я бегаю тут еще. А во! Вот, он вышел погулять, автанк, или как там его зовут? Как вышел, так и ушел. А нет, глянь-ка, он еще живой. Хать! Нормально. Большому мужику большой поджопник. Так, пушка его пускай валяется. Здрасте, здрасте, приехали. Чё за ящики-то такие? Какие-то можно разбить, какие-то нельзя. Я так не играю ни хрена. Я вообще иду назад, мне не надо назад. Куда мне надо? А, вот, на, надо. Смотри-ка ты. Отворяй! Чё дальше? Бляха! Нихера себе там зверь-то вышел! Ну ты, блядь! Зачем я пошел посмотреть на нее? Вот это жестяк, вот это песик. А, ну да, ну да, ну да, конечно. И зарядка кончилась. Зарядка-то кончилась. А что-то песик какой-то вообще никакой. Он реально, тебе говорю, вообще просто никакой. Замечательно. Бляха, да что ж ты так долго-то взрываешься-то? Прямо как в детстве. Стрелял по банкам из ружья. Только банка большая. И ружье. Единственный путь вперед. Через лифтовую шахту. Туда. Эть! Ясно. Сразу две алермы нарисовалось. Так, это забираем, забираем. А какого это... Где алерм-то? Алерм показывает 10 метров где-то прямо сюда, за эту стену, походу. Бляха, здорово.
Я видел, видел, что он еще живой. Хрен с ним. Еще одна алярма где-то прямо здесь. Наверху, походу. Вот и где. Бляха, тихо, мужики, я ж перезаряжаюсь. Прикольная штука-то этот, рикошет. Прямо видно, как он отлетает. Правда, она всего на один раз, но все равно прикольно. Потом пули, кстати, после... Иди ты нахер! Мы тут с рикошетом знакомимся. Пули после первого рикошета уже превращаются в какие-то огненные сопли. Ну да ладно. Хотя бы на один раз их хватает, и то хорошо. Рейзен активат Абентейр. Молодец. Бухлишечка. Грейс ждет досье по новому Орлеану. Значит, можно уходить. Опять радиация! Вы в хлеву, что ли, родились? Сейчас радиации напустите. Нарушение герметичности северной дезактивационной камеры. Всему персоналу надеть противогазы. Как скажешь, дорогой, как скажешь. Ой, бляха! Сейчас будет мясо, да? Бласковец. Да-да. Я готов тебя забрать. Я очень рад. Поднимись повыше и оттуда подай мне сигнал. В пути. Ебаха. Сейчас на меня всякие твари по... Ну, конечно, на меня сейчас всякие твари полезут. Словил! Не, удобная, реально удобная эта штука. Да я их вообще без патронов расхерачивать теперь могу. Да-да. Я вижу. Я тоже. Подлетаю. Ага, молодец. Где-то? А, вот ты где. Давай, сади свой, сажай свой вертибердер, да, валим отсюда. А где вход, кстати? Здесь? Там? Ладно. Дали бы полетать, а? Полетать, пострелять с бортового пули... Эй, слышь, за проезд передаем, мать твою! Mission complete? Да, mission complete. Мы возвращаемся домой. Мы отлично сработались и... Да, ты-то больше всех напрягался. Да протарань ты его, Бласковец! Ты, вы, блядь, у вас там инкубатор, что ли? А вроде все. Ты не мог увернуться-то, ну? Вот сиди теперь, как дурак. Ну, Бласковец-то тоже, ну, такой медленный. Среагировал бы резко. В голове гудит. Значит, она у тебя есть. Оклемаешься? Да, да. Бывало и хуже. Надо полежать. Ладно. Его бы врачу показать-то на самом деле. Я припер свеженьких нацистских роботов.
Отличные объекты для твоей важной научной работы и все такое. Что-то вот это с настроением не то. Шашана, гляди, кто пришел. Сам Шимшин Бласковец. Что-то наделал, Ингли. Как ты мог? Я теперь только и делаю, что изучаю артефакт, который ты принес. Изучаю и злюсь. Видишь ли, инженеры Тат и Худо, создавшие эту штуку, назвали ее ключом Бога. А я скажу, только полный шмак воспримет это буквально. Ведь, во-первых, это не ключ. Я никакого ключа тут не вижу. И что гораздо важнее, я не знаю, зачем он нужен на самом деле, и поэтому я злюсь. Я в бешенстве. Ясно. По-моему, эта хрень все же похожа на ключ. Сейчас. Не беспокой меня, уходи. Обязательно будет какое-нибудь такое отверстие шестиугольное, куда можно будет эту хрень впиндюрить. Да, Сет? Обычно в играх все именно так и происходит. Ладушки, мы приперлись домой и продолжаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.